Так, ну что, друзья, всем доброе утро. Мы на Днепре, не знаю, видно вам или нет. Сейчас у нас 4:30. Вот, все места уже заняты. Сегодня мы будем ловить на первом шлюзе. Так что место очень популярное, нереально места. Сегодня тем более еще выходной. 6 мая, воскресенье. Вот, места здесь занимают, наверное, еще с пятницы вечера. Так как, ну, практически все места заняты. Вот удалось, я не знаю, повезло. Чем мне нравится готовить самому, это то, что когда приходишь на воду, никакой воды сюда добавлять не надо. В принципе, горох уже с пшенкой в себе содержит всю влагу необходимую, только, скажем, досыпать макухи с сухарями, в принципе, для вкрапления какого-то там кориандра, может. А, да, кстати, я же кориандр еще сюда добавил. Вот так что с кориандриком для добавления запаха еще какого-нибудь. Смотря на кого мы целимся. Так, ну что, ребята, у нас первая поклевочка. Первая поклевочка. Прозевал. О, нет, что-то есть. Что-то есть. Мелкая. Ну, бойкая. Так, что у нас тут? Так. О. Тихонечко. Такая вот. Эх. Но червя с опарышем. Ну что, распочинились. Фух. Что, друзья, решил я поменять дистанцию, бросать на первую бровку, потому что на второй несет, поэтому рыбу поставить очень будет сложно. Кармак даже 98 грамм несет, и это означает, что корм там просто смывается. Вот. Бросаю, наверное, метров 30. Попробуем здесь поменять тактику. Ну что, друзья, решил я повесить пучок опарыша вместо теста, потому что что-то сбивает тесто. И вот уже следует сильный удар, и после этого тишина.
Вот. Поэтому решил я отсечь мелочь и повесить пучок опарыша. Получается, сейчас у меня бутерброд, один опарыш, один червь, и на втором 4 опарыша. Посмотрим, может быть, сегодня она предпочитает белого. Так, были мелкие поклевочки, но это все не наш размер, это все мелочь. Вот, друзья, наконец-то мы дождались. О, это что-то село у нас. Да, небольшое, конечно. А нет, в принципе, ух, приличная. Что это только? Что это? Так, а это у нас приличных размеров, тихонечко. Так, и на что? Ну, на бутерброд. Хм, странно, она как-то так с внешней стороны засеклась. Такая. Ах ты ж. Тихо, 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 вторая. Что? Действуем дальше. Ну что, сразу же практически у нас последовала еще одна поклевочка. Это тоже похоже на чехоньку. Ну, означает, что рыбка к нам пришла на точку. Буквально в течение 2 минут. И такого неплохого размера, судя по поклевкам. Да, такая неплохая. Так, давай. Ага. И в этот раз она. В этот раз она пожелала на белого. Так, сработал. 4 беленьких. Опа. Вот такая вот. Погодка классная, а вон это здание красивое, такое, наверное, школа какая-то. Опа. Есть. Так, ну что, у нас снова поклевывает. Эх,
Так, что-то сопротивляется. А, сошла. Сошла. Ну что, у нас снова клюет. Опа! Засекаем. Так, 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 так. Эх, зацепились. Сошла, наверное. Или не сошла. Тихо, аккуратненько. Сошла. Смотрите, друзья, смотрите, вот так вот она клюет. Опа, засеклась, по-моему. Так, ну, непонятно. Что-то давит вниз, хочет завести коряженку какую-то. Так, ну что там есть? Нет, сошла. Так. Очередной сход. Ничего, бывает. Опа! О, ну в этот раз уже похоже засеклась. Посмотрим сейчас. Так, ну что тут? Тихо, 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 тихо. Не форсируем. По чуть-чуть. Да. Мы ее протащили все-таки через. Да неужели? Неужели он к нам пожаловал? Так, ну ради такого дела можно и подсаку взять. Чтоб хоть что-то на сковородочку было. Тихо, тихо, тихо. Так, тихо. Хочет он бойкий днепровский карась. Не знаю, вон ребятушки видно. О! Таки подошел к нам желтенький. Ах, красотень. О, за нижнюю губу. Классика. А, ух ты ж, сильный какой. О, смотрите, на карпика похож прям. Слушайте, а может быть это карпик? Может быть это карпик? Такой желтенький, медалька желтая. За... Опа. Сильный, мощный какой. Ну что, золотая медаль. Так, ну что, взял он у нас на парах со щелячком. Первый есть. Оп-оп-оп-опа. Так, ну что. Надеюсь, я успел. Хотя такое ощущение, что...
Что? Что нет? Рыбки? Нет. К сожалению, на этот раз она нас обманула. Хитрюшка. Так. Ну что, друзья? Вот такие вот яхты у нас. Катера. Паровозик такой. Не знаю, видно или не видно. Приближения нету. Так, что у нас по рыбалке? Вот. Сегодня получается клевало где-то 5 я начал, забросился и клевало, наверное, часов до 10. Вот, давайте смотреть, что получилось поймать. Опа! Так, ну вот, не густо, но зато на жареху есть, на таранку 3 штучки есть. В принципе, мне понравилось все. Отлично. Особенно вот этот красавчик. Так, ну что, на этом будем, наверное, заканчивать. Все. До следующих рыбалок. Подписывайтесь, ставьте лайки. Кому понравилось. Будем еще рыбачить. Ни хвоста, ни чешуи.